Привет, дорогие друзья! В этом видео я поведаю вам о том, как найти нужную картинку в интернете, если у вас есть фотография, но вы не знаете, где это было, когда это, чего это. Вот беру я такую фотографию, смотришь на нее и понятия не имеешь, где это, Афины, Греция, чи не Греция. И заходим в Google, наш любимый Google. Только зайти нужно так, чтобы было не вот так, как у меня сейчас изображено. Вот, ну, я напишу поиск по картинке, чтобы побыстрее дело было. Зайду в картинки Google. Ну, вот такой вот нужно зайти, чтобы у вас был белый фон в браузере Google. И вот в адресной строке, где поисковая у вас команда вводится, нажимаем фотоаппарат, нажимаем загрузить файл, выбираем файл на компьютере. И вот наша фотография. То она загружается и перекидывает нас. Опа! Что показывает, что скорее всего на картинке изображен Темпле Хадриан. То есть это город Эфес. Вот спуститься если ниже, то есть похожие изображения. То вы узнали, что изображено на картинке. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!